Всем привет! Вы на канале Игрокваш, и сегодня я продолжаю играть в Слендера. Очень игра, мне это очень понравилось. Сейчас мы находимся в лобби и в ожидании, кто же будет сейчас Слендером. Смотрим. Надеюсь, а вдруг повезет. Смотрим. Есть! Даже не ожидала, что с первого раза я буду Слендером. Ну что ж, ребятки, готовьтесь. Сейчас мы будем вас убивать. Вот так вот сразу повезло. Так, кто у нас тут? Так, это наш помощник. Ну что ж, в бой. Ду-ду-ду-ду. Наш Слендер вперед движется. Так, смотрим, где у нас тут прячутся наши противники. Так, ага, вот вы где. Что, боитесь? Сейчас мы вас всех победим. Так, а ну-ка давайте здесь постоим. Постою-ка я здесь. Явно кто-то должен прибежать, да, прибежать и включить, ага, ну, давайте, где же вы тут, так, есть, давай, вот так вот, а ну-ка, иди сюда, включаем, аккумулятор включать кто-то должен или нет, давай, Вот вы какие. А, боитесь меня? Что ж, все-таки удалось им включить, но ничего страшного. Сейчас я вас всех тут, всех поубиваю. Противников. Вот так вот. Вот мой помощник тут бегает. Кстати, кто еще не подписан на канал Игрокваш, подписывайтесь бегом, иначе тоже убью. Шучу, конечно. Ну что ж, смотрим дальше, идем. Кто у нас тут? Ага, сюда. Сюда, иди сюда. Вот они, красавцы мои. Есть, я страшный. Есть, один упал. А ну-ка. Ну-ну-ну. Так, а время-то идет. Они не успевают даже картинки собрать. Еще давай. Еще немножечко. Ну, красавчик, есть еще один. Так, ну куда ж ты бегаешь постоянно, а? Вот хочу я вот этого синеголового поймать. Иди сюда. Вот, все, наконец-то мы его свалили. Ну что ж, итак, наш Слендер победил. Мы победили. Ура. Так, смотрим, время есть. Да, ура, у нас это все получилось. Итак, смотрим. Что у нас за результат? Внимательно смотрим. Can't run написано. Не сможешь убежать. Смотрим на результаты. Так, Slender wins. Yes. Итак, 32 секунды. Вот так вот. Нет, 103 секунды нам удалось победить, вернее, всех убить. Yes. Да, это хороший результат, как для меня, то тем более, потому что я еще новичок в этом деле. Ну что, ждем, кто дальше у нас будет Слендером. И выбор уже сделан. Ну, конечно, да, я уже горожанин. Посмотрим, да, в каком месте нам нужно собрать 8 картинок, и у нас есть 7 минут. Картинок, страничек, кто как называет. Так, ну что ж. Так, это что такое? А, это какой-то корабль, я так понимаю, да, это мы на каком-то старом древнем корабле. Ну что ж, бежим. Нам надо сейчас быстро убежать. Очень страшное место, действительно стрёмное очень место. Особенно в эту игру играть хорошо вечером, даже ночью, да, когда темно. Бежим сюда, ой-ой-ой-ой-ой, никого же не видно рядышком вообще, никаких картинок пока не вижу, ни... Вон, вижу. А, нет, нету. А, ух ты! Где ж ты взялся-то? А, какой кошмар! Смотрите, он полностью меня обескуражил полностью. Я даже не могу двигаться. То есть двигаться немножко могу, но никуда бежать уже не могу. Все. Полностью собираются у меня все проценты. И, к сожалению, я погибаю. Вот так вот все происходит. Кошмар! Не думала, что я буду первой. Ну, ничего страшного, бывает и такое.
Ну что ж, давайте сначала теперь, мы сейчас находимся в лобби опять, но можно понаблюдать за другими игроками, как они там справляются с этим слендером. Что у них там получается? Все такие же интересные. Я первая, да, неудача, конечно. Ну вот у нас какой-то Хьюго, RMB. Так, он включил у нас аккумулятор, побежали дальше. Вот этот синеголовый, смешной такой тоже какой-то. Как же его там зовут? Конда. Ой-ой-ой-ой-ой, бегите, ребята, бегите от него, да. Ну, Слендер тут тоже молодец, я вам скажу. Смотрим, что происходит. Так, что ж такое, этот бегает. Ой, смотрите, а этот бегает свободно, и ему ничего абсолютно. Почему, я не понимаю, до сих пор не поняла, почему. Что ж такое, смотрите. О, нет, все, завалил его. Он его завалил все-таки, но он как-то бегал от него. Притом так хорошо бегал. Так, дальше смотрим, кто у нас тут еще остался. Вот еще ребятки тут бегают от него. Бегите, бегите, молодцы. Так, собрано, смотрите, всего лишь три картинки. Включено три... три батареи только включено. Вот. Так что, в принципе, им еще осталось. Так, это наша близняшка. Вон бегает, смотрю. Страшно, да, конечно, страшно. Тут такая еще музыка. Опа! Вот это ты попалась, девчушка. Ничего себе. Так, вон еще кто-то бегает у нас тут. Так, что ж такое? А, он ее, все, он ее заморозил, смотрите, как и нас. Он ее заморозил, она даже двигаться не может. Вот как происходит. Ага. Вот это да. Нет, побежала дальше. А что произошло? Вот что-то я не поняла, что тут вообще произошло, почему он ее не смог, ничего с ней сделать, вернее, не смог. Странно как-то. Опа, есть, он сзади находится. Но она спокойно бегает. А, наверное, все это зависит... Оп, все, все. Все, он ее убил. Все зависит, наверное, скорее всего, от того, от собранных картинок, понятно. Вот что происходит. То есть, чем больше картинок вы собираете, тем больше у вас возможности убежать и быть нетронутым слендером. Вот. Элсик какой-то, да, бегает тут. Смотрим, смотрим, смотрим. Смотрим за ним, что же будет. Что же тут будет с ним? Опа, есть еще один Хьюго наш. Хьюго, RMB. Бежит. Сколько их тут осталось-то? Так, что-то, ребятки, вы так... Опа! Есть, появился Слендер. Ой, какой страшнючий. Какой же он... Вообще, конечно, действительно стрёмная игра. Как-то так интересно бегает. Какой-то корабль страшный такой. Страшный-страшный. Ну что ж, давайте уже. Так, одна заваленная. Так, он ее смотрит. Еще же ногой пнул, наверное, да? Посмотрел. Мертвая или живая, или как она называется? Что ж, бежим, бежим. Беги уже быстрее. Сейчас появится, наверное, скорее всего. Что-то такое затишье, затишье перед бурей. Смотрите, осталось. Опа, есть. Все, смотри, он тебя заморозил. В маске такой, фух, есть. Так, все. Все. Игра окончена. Что у нас получается? Давайте посмотрим результаты. По-моему, кого-то он не убил. И победили, по-моему, горожане, да, или как? Сейчас посмотрим. Посмотрим, не поняла. Увидим результаты. Итак, Remaining Pages. И смотрим на результаты. Ну, показывайте. Что ж так долго так? Так, Слендер победил все-таки. Ага, у него так, 103 секунды. Понятно, за 103 секунды всего лишь. Ну, у нас результат был гораздо круче. Так что, ребята, вот так вот. Ну что ж, снова ждем, ждем. Ждем, кого выберет Слендера. Еще раз хочу сыграть. Действительно, очень интересная игра. Кто в нее играет, ставьте лайки под видео. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой канал Игра Кваш. Да, он совсем еще новый. Я прошу его поддержать. Так что... Опа! И я опять с Слендером. Ничего себе, это двойная удача. Смотрите, за вот эту всю игру уже второй раз получается. Через раз я Слендер. Да, круто. Ну что ж, давайте сделаем так. О, что там написано?
Надо результаты увеличивать, чтобы у нас было еще круче. Ну что ж, поехали. Где вы там прячетесь, мои хорошие? Ну сюда. Так, вот они все идут. Там, видите, зелененькие написано все по 100% пока. Ну ничего страшного. Кентран, ага, не убежишь. Так, записки мы оставляем. Записки оставляем, они должны будут их собрать. Но уже кто-то, смотрю, одну собрал. Так, ну что ж такое, где вы там? Где же вы там? Так, что-то мне не везет. Не везет, время идет, и я еще пока никого не смогла завалить. Вот что получается. Сейчас, идите сюда. Так, а что это вообще за местность такая интересная какая-то? Сюда. Так, ну, есть, давай. Итак, я пришел, я Слендер. Отлично, давайте, идите сюда. Ух ты, синеголовый. Так, вперед. Ну что ж, страшно, да? Конечно, страшно. Еще, вот вам, получайте. Сейчас я вас, ну-ка, посмотри на меня сюда. Давай. Вот так вот. Еще. Все должны смотреть на меня. Вперед. Как вам вообще эта игра? Пишите, пожалуйста, в комментариях. И кто в нее играет, тоже ставьте лайки, пожалуйста, под видео. Так, а ну сюда, ребятки, смотрите, вон сколько их тут. Ага, вы толпой решили тут бегать? Ну хорошо. Один есть, завалила. Так, давайте еще. Так, ну времени уже больше уходит. Есть, давай. Красавчик, иди сюда. Как вы мне все нравитесь. Одним взглядом я должен вас убить, вернее, вы должны на меня посмотреть. Смотрите на меня сюда. Еще давай. Вот он, синеголовый. Крутой персонаж вообще этот синеголовый тоже. Вообще тут все интересные. А ну-ка еще давай. Опа, молодец. Так, вперед. Ну я тебя сейчас завалю все равно, я же тебя не отстану. Еще давай, посмотри же на меня. Ну, смотри, какой я красивый. Какой я страшно красивый. Вперед. Есть. Получилось. Еще. Ну, все равно 20%. Ну, бегает и бегает от меня. Да что ж такое? Что-то у меня в этот раз медленнее все происходит. Местность другая немножко, поэтому тяжелее тут. Так, ну смотрите, они уже собрали 4 картинки. А ну-ка, вот вы где, красавчики все. А ну-ка, вот так вот. Молодцы, вы решили все толпой бегать. Ага, вы думаете, так будет красивее, вернее, так будет безопаснее. Ну ничего подобного, мне даже так проще получается. Сразу перед толпой встал и все. Вот одна как-то там прыгает. Так, а ну еще давай сюда. 12%, у кого-то 76. Ну, осталось время. Время, давай, иди сюда, девчушка, иди сюда. Страшно тебе. Тебе страшно. Сейчас мы тебя завалим. Давай. От Слендера не убежишь. Если убежишь, то это, я не знаю. Шучу. Убегают. Все зависит от времени. А представляете, если бы не было отчет во времени. Ой, можно было валить тут всех сразу, да? Есть один, есть. Еще один, ну что ж, где еще там наши клиенты? Так, включили еще один аккумулятор. Ага, вот ты где, красавчик. Все, готов. Вот, я его прям заворожила. Так, кто тут у нас еще прячется? Где тут 100%-ный? Опа, что случилось? Что-то случилось? А, время закончилось? Или что случилось? Не могу понять. Да, время у нас закончилось. И смотрим результаты. Результаты смотрим. Слендер победил. То есть, я всех все-таки, всех. Ну, в этот раз у меня 82 секунды. Ну, ничего страшного. Кстати, я вам скажу, знаете что? 7 человек я завалила. По сравнению с другими, пока еще у меня хорошие результаты. Так что вполне все прилично. Ты что толкаешься там? Что-то подошел, сзади толкнул меня.
Так, ну что ж, в ожидании. Итак, starting round. Привет, игроки, говорит. Ой, танцует там один. Кто-то новенький у нас, наверное, появился. Так, вы горожанин. Ну что ж, конечно же. Ну что ж, играем еще один раз, я думаю. Сейчас замесь горожанина. Так, где же у нас будет? Так, три генератора надо включить. Ага. Четыре генератора написано. Восемь картинок. Так, что это за местность обратно какая-то непонятная. Так, включаем быстренько генератор. Раз. Быстро, повезло. Так, быстро нашли. Сейчас надо искать срочно картинки. Вон. А, пишет. Ай, что случилось? А ты не знаешь, что случилось? Ай-яй-яй, ай. Будь осторожен, написано. Так, у меня 88%. Все-таки Слендер решил меня. Меня, он сзади меня идет, интересно или нет? Да, музыка такая страшная. Я боюсь, что он меня сейчас быстренько завалит. Очень страшно. Ай-яй-яй-яй. Давай, давай, бежим. Вот, еще один. Ух ты, еще один генератор. Есть. Есть, картинка есть. Хорошо, удача. Так, подожди, подожди, есть. Вон еще один генератор вижу. Вперед, вперед, бежим, 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 бежим туда. У нас будет тогда больше возможностей. Так, что-то не вижу, уже кто-то включил. Может, удастся картинку найти? Ой-ой-ой, будь осторожен. Это что, ты меня завораживаешь тут? 49% осталось. Ой-ой-ой, как страшно. Ай, я же не хочу так быстро покинуть игру. Хочу продержаться. Ты смотри, ты за мной прямо бежишь, да? Не хочешь меня отпускать. Ох, Слендер. Так, вон чувачок, подожди. Подожди меня, вон генератор вижу. Кто-то уже включил, врубил кто-то. Так, смотрим дальше, как это, какие-то полки. Так, куда дальше? Куда двигаться дальше? Так, все темно и так все страшно. Вот картинка еще. Так, берем картиночку. Так, отлично, мы все собираем. О, привет, чувачок. Какая-то тележка. Это, скорее всего, что какой-то супермаркет, да, наверное? Еще одна картинка будет. А, эй, эй, ты что передо мной забрал-то картинку? Ничего себе, наглый какой. Наглый до ужаса. Сейчас еще генератор включит быстро. Не, мы включаем генератор. О, есть. Ты смотри какой, бегает прямо передо мной и все забирает. Так, нечестно, я тоже хочу. Да, точно, какой-то, наверное, не то что супермаркет, это какой-то мегамаркет старый, да, и какой-то заброшенный такой. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 10% осталось. 10%. Не надо, не надо, пожалуйста. Есть другие, ну давай. Давай, давай, держись. Или мы уже последние остались, я не пойму. Ух, у меня уже нету. Смотрите, все. Так, выключили свет. Страшно. Сердце бьется, как страшно. У меня сил просто нету сил. Никуда не двигаться, ничего. Это ужас какой-то. Опа, сейчас включим свет, посмотрим. Может, пронесло все-таки? Ой, в глазах все темнеет. Мутно все. Кошмар. Куда его идти? Куда доползти? А! Так, так, вот мертвяк лежит. Трупачок, все. Все. Все, ты падла, ну что ж такое? Вот так вот бывает. Ну что ж, в итоге мы все равно все-таки продержались немного. Я не знаю, сколько тут у нас осталось, но вот так вот. Давайте посмотрим сейчас, наверное, на результаты. Leave me alone, оставь меня одного. Смотрим на результаты. Так, ну Слендер, конечно же, победил за 85 секунд. Ну что ж. Буду с вами прощаться. Если вам понравилось видео, конечно же, подписывайтесь на канал Игрокваш. Ставьте лайки, если вам нравится Слендер, вообще эта игра. Ну и смотрите другие видео на канале Игрокваш. Ну все, пока-пока. До новых встреч.